Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам о производителе газовых плит «Флама», где их собирают и производят. «Флама» – это российская торговая марка, которая занимается производством газовых и электрических плит. Известна эта марка с 2007 года, но на самом деле существовало производство еще с 1994 года, но в 2007 году произошел ребрендинг. И раньше газовые плиты выпускались под названием Ring, но появилась в 2007 году Flama. И как и раньше, газовые плиты этой марки были очень популярны, особенно в 90-х годах, так и сейчас, по сей день, газовые плиты Flama очень популярны. И этому есть ряд причин. Ну, во-первых, это очень доступная и привлекательная цена. Во-вторых, это широкий ряд. Есть самые разные плиты, есть и узкие плиты, есть и стандартные плиты, есть с разными духовыми шкафами. В общем, самое-самое разное, но самое главное, даже и плита, которая имеет какие-то полезные дополнительные функции, очень важные, также стоит не совсем дорого, то есть все модели являются бюджетными и легко могут конкурировать, да, с какими-то другими идентичными моделями, но которые стоят на несколько тысяч рублей больше. Что же касается страны производителя, то это Россия. Что касается страны сборки, то это также Россия. Все газовые плиты собираются на одном заводе, который находится в Краснодарском крае. Как я уже сказала, начал он свое существование с 1994 года. И, конечно же, хочется отметить, что все выпускаемые на этом заводе плиты имеют прекрасное качество. Конечно же, все производители, да, производитель следит за всеми этапами сборки, чтобы газовые плиты были качественными, были надежными, и самое главное, они смогли прослужить покупателю много лет. Но, конечно же, стоит отметить также, что по всей территории в России, не только в больших каких-то городах, но также и в регионах находится большое количество сервисных центров. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам оказалось полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!